На ремонт дороги в двух селах Теренколя было выделено 211 миллионов тенге, из которых на укладку асфальта пошли только 64 миллиона. Остальные деньги осели в карманах подрядчиков и недавно были возвращены. Прокуратурой района Теренколь установлен факт незаконного расходования бюджетных средств на 147 миллионов тенге. Выявлено, что акиматы сел Береговая и Бобровка перевели подрядные организации, соответственно, 124 и 87 миллионов. Хотя работы по укладке асфальта были выполнены на 30 и 34 миллиона. Подрядчикам произведен подвоз материалов, уложен щебень, подготовлен основание для укладки асфальта. Однако сам асфальт уложен не был. Несмотря на невыполненные работы, местные исполнительные органы перечислили на эскроу счет товарищества 147 миллионов тенге. Подрядчик ответственности не понес. Сельские акиматы подали в суд на взыскание неустойки с ТО. Однако потом его отозвали. Главы Берегового и Бобровского сельских округов привлечены к дисциплинарной ответственности. Позиция акимов, естественно, выяснялась. Причины, как всегда, было. Причиной было то, что конец года и необходимо было освоить денежные средства. Все деньги были возвращены в бюджет. В Бобровском округе наконец-то уложили асфальт, в Береговом пока работы продолжаются. Ермек Сапаров, Юрий Белевский, РТС Ахпарат.